видео будет называться «Едем по красивым местам Екатеринбурга». Обычно в субботу здесь базар. Да, продают картошку, морковку, платочки всякие разные, да? Да. А сегодня что-то новенькое? Автомузыка. Автомузыка? Будет базар. Ну, без базара никак. На главной площади города. На машине что-то прикреплено. Ну, пошли смотреть. Защитные штуки. Завершаем классный стиль шоу любителей. Оценивают, видишь? О, точно, пошли посмотрим. А, это не PlayStation, это сабвуферы, усилители звука. О, действительно? Можно приехать отдохнуть? Мне нравится этот вариант. Ну как тебе, Диан? Круто! Вот это да, да? Да. И тоже в двери, видишь? Да. Пошлите. Пошли дальше. Где у нас папа с Димой-то? Что это такое? Сесть телек. Даже некуда, Диан. Представляешь? На телек. Да. Смотри, Егор. Да, крутой. Тоже телек. Круто, да? Пойдем, Зай. Что-что? Давай маме предложим вот так вот обклеить нашу машину. Или вот так, с губкой Бобом. О, с губкой. Вот там планктон, губка Боб. Давай. Круто. Давай, зови папу. Давай вот таким или таким цветом затянем. Давай затянем. Давай. Ты как, согласна? Да. Ну, лучше с кубкой Бобом. Давай в зеленую, хороший цвет зеленый. Прикольный, да. Идите кушать. Ну, Диана, за бобку Боба. Да. Бобка Боб, пошли. В нашем любимом гранд-буфете новое меню. Прекрасно, я считаю. Тут новый. Я хочу в следующий раз, так, когда мы придем, потому что я и так себе уже заказала сладкий напиток, и мы потом еще за сладкими напитками поедем. Да, 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 за новиночками. Я хочу бриош с сезонными ягодами. Вкусненько, наверное, тут какие-то рулетики. Всякие рулетики. Кстати, меня удивило, что это лавандовая лагуна. Посмотрите, какой он фиолетовый. В следующий раз я его тоже попробую. Мне очень интересно, какой будет вкус. Кашу для Дмитрия делают. Для тебя рыбку делают. Хумус с фисташками какой-то, смотри. Угу. Мы сегодня на летней веранде сидим. Собачка побежала. Он реально такой. Он, кстати, слишком сладкий. Апельсин, Дима сразу знает. Апельсин. Да. У меня маракуйя реально. Реально маракуйя? Не, можно у тебя попробовать? Ну подожди, он еще сам не попробовал. Сразу из двух трубочек, Дим. У меня реальная вкусно? Маракуйя. Вкусно? Yeah. Папа реальный кокос, просто. Сейчас я тебя сфоткаю. У папы кокос, да? Угу. Просто нереально. Дима, а тебе как? Вкусно? Он обожает этот Дим, там он холодный.
Там лед. Мне не такой уж холодный, мне кажется. Мне кажется, он не такой уж холодный. Вкусно? Попробуй, там в соусе есть горчица или нет? У нас форс-мажор, папе принесли с горчицей лосося, у него аллергия. Что такое, что ли? Диана у нас, как всегда, по рыбке. Будем пробовать? Ну, давай, да. Пробуем соус. Что, смонтировала? Ага. Сейчас Дима разнесет кашу. Где моя ложка, скажи? Позови тетю. Тетю позови, ложку попроси. Вот такой у нас казус. Няма-няма, банан. Смонтировала видео свое? Да, смонтировала. Молодчик. У меня окрошечка. Знаю, не все любят окрошку, а я люблю. Кстати, надо попробовать, я давно не пробовала окрошку. Ты хохотунчик поймал. Хохотун прилетел. Что, на Пашку едем? Да, едем. Сначала к Санатке. Дима с ним выйдет. Уже папа доедает кабачки Димины. Диана доела свою рыбку. Наверное, не принято объедки-то показывать, да? Лера, почитайте нас. Приехали в Высоцкий. Чтобы попасть на крышу Высоцкого. Да, он очень высокий, и мы хотим посмотреть на Екатеринбург. Это называется Высоцкий, Высоцкий. Димочка, пошли. На лифт. На лифт? Он проходит? Вон какие высокие дома, смотри, Дима, что да? Что такое вот это вот? Где? Белая, красная. Ну это дома, наверное, просто? Нет, вот. Длинная такая шпилька, видишь? Вон там, вон цирк. Гринвич, Дендропарк. Как мы высоко-высоко. Лена, а вон там зоопарк. Парк, да, зоопарк, где животные живут. Да. С Дианочкой мы туда ходили, помнишь, Зай? Да, помню. А с Димкой не ходили. Парк, да. И там фотка есть. Пойдем дальше. Что тебя интересует здесь? Реку и сеть видно. Башню и сеть. Там наш домик, смотри, зелененький, палладиум. Палладиум видно, да. Ананасик. Ананасик. Это как высоко. Наш дом сейчас не видно, который вот мечта. Мечту не видно, да. Ой, как пошли, ты... мужчины-то уже ушли гулять. А у тебя как волосы-то летают просто? Ага, я сначала сиди заметила. Нужно напитки взять, кофе. Да, мы не будем, спасибо. Пошли. Ладно, посмотрим пошлите. С другой стороны. Обошу.